Всем привет! Вы на канале «Готовим дома». Скоро День Святого Валентина и, конечно же, захочется порадовать своих любимых чем-то вкусным и оригинальным. Предлагаю приготовить вкусные сердечки из слоеного теста. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Полкилограмма размороженного слоеного бездрожжевого теста немного раскатываем скалкой. Формочкой сердечка вырезаем тесто. Берем еще одну формочку сердечка, только поменьше, и в половине сердечек вырезаем серединку. Тесто, которое осталось, сминаем и снова раскатываем. Вымешивать тесто не нужно. Вырезаем сердечки. Колбасу нарезаем пластинками. Я взяла ветчину. Из колбасы вырезаем сердечки формочкой, которая поменьше. Помидор разрезаем на 4 части и вырезаем из него семена. Мякоть помидора нарезаем кубиками. На противень, застеленный тефлоновой бумагой, выкладываем большие сердечки из теста. Сверху смазываем их неострой горчицей. На смазанные горчицей сердечки кладем вырезанные. Также смотрите на моем канале и другие варианты блюд, которые можно приготовить на День влюбленных. Ссылка на экране или в описании под видео. Маленькие сердечки из теста тоже выкладываем на противень. Одно яйцо разбиваем в миску и взбиваем его вилкой. Взбитым яйцом смазываем верхнее сердечко. Также яйцом смазываем и маленькие сердечки. В половину сердечек кладем подготовленную колбасу. Во вторую половину выкладываем нарезанные кусочки помидоров. Все ставим в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекаем примерно 15-20 минут. Закуска сердечки из слоеного теста получилась нежной, вкусной и романтичной. Готовится она совсем несложно. Обязательно порадуйте свою вторую половинку таким романтичным блюдом. Если вам понравился рецепт закуски сердечками, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием!